Токаев поблагодарил главу Таджикистана за неизменную поддержку приоритетов и инициатив Астаны, а также за личное участие в саммите ШОС. Президент Казахстана встретился с Эмомали Рахмоном. Стороны отметили, что двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям, а Казахстану и Таджикистану удалось выстроить по-настоящему союзнические отношения. Вы являетесь человеком, который имеет огромные заслуги перед Шанхайской организацией сотрудничества. Эта организация является, на мой взгляд, эффективной, авторитетной, демократической по своей сути. Что касается двусторонних взаимоотношений между Казахстаном и Таджикистаном, здесь нет никаких препятствий. Мы являемся действительно реальными союзниками. Поздравляю вас с успешным председательством нашей организации. Успешно развивается наше двустороннее сотрудничество в торгово-экономическом и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности.